А сегодня мы презентуем новый материал для бани, который делает компания «Живица». У нас ольха «Живица» 352. Расскажи, что это. Так, ребят, привет. С «Живицей» работают многие, работают давно, да. Что некоторых товарищей у нас в «Живице» раздражает там, или не нравится, да, это запах. Там запах скипидара, кто-то говорит, что воняет рыбой. Ребят, пожалуйста, 352-е. Чуть-чуть чем-то пахнет, но не как обычно. Что-то совсем слабенько. Оно выдохлось? Ну, скажем так, оно в принципе уже не пахнет той «Живицей», которая была до этого. При нанесении обращаем внимание на то, что ольха не уходит сильно в красноту. Вот то есть масло реально отбеленное. А вот это обычная «Живица». Да, здесь все было покрыто вообще обычной «Живицей». В три ну, слоя. Это было уже сделано давно, тут уже прошло обновление не одно. Сами видите. Те, кто эту баню знают, знают, как она эксплуатируется. В хвост и в гриву. Так, что же здесь написано? «Живица 352, литраж, литр». Цену не смотрите, не знаю, когда вы смотрите ролик, актуальная цена. Сами знаете, где посмотреть на сайте производителя. Состав: отбеленное льняное масло, ректифицированное льняное масло, эфир канифоли, скипидар двойной очистки, эфирное масло пихты, секатив без свинца. Расход 1 литр на 10-12 метров квадратных. Первый слой и 15, и 1 литр на 15-20 метров квадратных второй слой. Цвет светло-янтарный. Разницу между обычной «Живицей» стандартной прямо видите. Нет, разница очевидная. 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 Не запаха особо нету и более светлая. Ну, а тебе спасибо за науку. Много уже бань на такой краски сделал? Достаточно. Ну, краски уже. Уже достаточно, да. Тогда все, ждите в лучших магазинах или спрашивайте. Сауна, дизайн. Во, вообще. Что-то гладкая, да, какая-то? Да, какая-то она прям вообще гладкая. Это шершавая, а это гладкая. Вообще. Не, ну просто подготовка. Живец. Да. И не забываем обращать внимание на вот эту вот инструкцию, ребята.